Пошли. Баба даст лейку тебе. Да, вот такая лейка. Наливай воду. Наливай вот здесь. Там не надо марать. Ты же купаешься, вот здесь наливай. Топи вот так вот. Вот так, держи. Подожди, вот так держи. Не, держи, сейчас зальется. Подожди, пусть льется. Все. Ай, как чистить. Вот так держи за руку. Вот так держи, да. Неси, а то прольется. Все. Открой мне. Сейчас открою. А если у меня нет. Выходи. С сёжкой. Я так буду ходить. Вась. Арчи, нельзя сюда. Все. Иди поливай. Это маленькая гейка, где все мое. А можно я вот всё пою? Лей, что хочешь. Как тяжелый. Что реку тяжелый. Что-то там много воды. Ну вот, видишь, молодец. Все. Все. Там много воды было. Да. Ну и все, баба вон поливает. Здесь полил он, не полил. Не знаю, вот не полил он. Там а нету. Здесь а нету. Там есть, здесь есть. И вот здесь а. Есть. Арчи где? А, не пускай его сюда. А то мне некогда следить за ним. Ну. Да? Все, полила. Мало. Молодец. Умничка. Не дают работать мне. Да? Сейчас подожди. Ну потому что Арчи надо домой загнать. Сейчас он мешается будет, потому что за ним следить надо. Он пойдет в огород. Потеряется. Все, Арчи, пошли. Иди сюда. Я не пускала в огород. Быстро, пошли. Пошли. Все, пусть. Все, я его закрыла дома. Молодец. Мешается он. А вот я посмотрю, как ты подошел. Папа здесь еще поставил ведро. Чтоб...
не открывается. Что домой заходить? Можно еще что-нибудь поделать. Поделать. И все. Ну, все. Баба сюда пошла. Здесь баба здесь поработает. Я буду смотреть, как ты работаешь. Траву подергает. Сюда положу траву. А я подушкой это посылаю, потом вот тут. И потом туда пошла. Вон тут и потом туда. Ой, оттуда, и потом, да, и потом тыкнула сюда, вот так, и все, потом пошла туда. Колом земля стоит, ужас. Сколько здесь делаешь, не делаешь, все колом стоит. Ой, какой-то парень. Будь здоров. Тебе не холодно? Не холодно, платьишко. Только я ёкать под него и зимы, это замарала ёкать. А как вы ложите, боюсь? Чё? Ой, опять! Упал вторая! А как надо вылаживать? Как надо это вылаживать? Подожди. Осторожно. Нет-то. А можно я буду первой ходить? А ты будешь за мной ходить? Что дома делать? Выходишь вот так вот каждый вечер. Что-то делаешь в огороде. Травы. Да почти постоянно находить, шевелить. Каждый день, блин, после поливки она колом встает, земля. Ну. А так что? В городе скучно, мне кажется, жить. Сидеть в четырех стенах. Ничего не делать, а здесь вышел на улицу, чуть-чуть поработал. Ну, конечно, устаем. Ну, какое-то разнообразие. Ну. Вот. Сегодня комментарии прочитала. День рождения у Регины было. Ага. Салаты мы там не сделали. Там был у нас салат. Да, с другой стороны, у нас дети плохо едят салат. Салаты и те. Вот. Ульческие салаты они любят.
Ну, у каждого своего народа своя еда. Ты на день рождения делаешь все блюда. Такое все это. А что это у нас день рождения? Одна семья собралась. Семья только собралась. Ну, просто поужинать. Не надо так сильно много готовить, чтобы потом все это выкидывалось. Тем более на следующий день сестра уезжает. Все вот это вот останется, еда. Тем более вечером, кто так много нажирается, всякие салаты. Да и эти салаты сколько раз делали, все это потом выкидывалось. Едоки, и у нас дети едоки такие плохие. Ну. Подарок я там не сделала. Я просто вам на видео это не показала. На видео не показала, что я купила внучке. Что сестра купила. Просто получилось так. Показала только мамин подарок. Ну, и все. Ну, что такие вот дела. С другой стороны, спасибо за комментарии, что пишете. Я любой комментарий читаю. Читаем мы. Вот. Любую критику принимаем. Ничего страшного. Такого нету. Да, Регина? Да. Да. Ты скажи, ты салаты любишь есть? Нет. Нет. Салаты она не любит есть. Ну, конечно, ты сказала не про салаты, а Ну, конечно, ты сказал. Что я сказала? Про салаты. Ой, блоки сказала. А я блоки не люблю. Ну, не любит она. Салат она не любит у нас. А что у нас Регина любит? Конфеты, да? Ну, нет, я все люблю. Все а любит она. А тушь? Что она все любит? Вкусное, сна, я не люблю. А мне надо пройти. Куда пройти? Баба вещи здесь делает. Оп, 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 оп. Баба что делает? Вот все. Только да. Морковку не отвык. Только морковку не отвык. Ты все полила, да? Ну да. Молодец. Так я морковку тоже поливала. Морковку поливала тоже? Я только плоеки поливала. Да? Ну да. А тебе плоеку подарили? Не, баба купила это давно, старая лейка. А ты была такой маленькой? Маленькая, как ты? Ну да. Конечно, была. А кто тебя родил? Баба Таня меня родила. А как мне пройти? Мне надо пройти. Вот. Ой, дала этой. Не убирала я эти листья, ой, какие траву, потому что ждала, когда она подрастет. Когда она подрастает, ее легче, легче ее тянуть. Вот так тянуть. А не надо топтить. Надо топтить. Топтать имеешь. Подними камеру бабину. Бабину камеру уронила. Почти. Она воняется теперь. Просто я вот. Ну вот, все. Потому что я вот эту ногу раздвинула, но немножко. И потом падает так. А почему по экране вот
морковка, лук. Mm-hmm. Ой, вот что. И одна голова. Mm-hmm. На камень. Вот тут тело, а mm-hmm. тут голова. Mm-hmm. А тут ноги. Ну, ты ноги. А у тебя вот что, камень. Mm-hmm. У нас ты ноги. У человека сколько ног? Два. Два? Два. Два. Две ноги у человека. Две ноги у человека, да? Ну. Помощница моя помогает мне. Я иду поливать, она тоже хочет поливать. Но я ей даю, разрешаю. Пусть поливает, бабе помогает. Помощница. Убежала уже эта помощница. Такие вот дела. Ладно, выключаю я камеру.